Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку. И в моем маленьком городке на Петроградской стороне есть город. Маленький город, город в стене. Город называется Гендель. В нем живут маленькие фигурки костяные. У него есть свой герб. Вот. Места в этом городе хватает всем, потому что там много разных пещерок в стене. И вот в этих пещерках живут люди. Вот ангел Эдель. Это своеобразный ангел. Он отличается от других, потому что, как правило, у ангелов крылья за спиной, а у этого на голове. И просто этот ангел летает. Вот такой вот своеобразный ангел. А вот это обыкновенный преступник, вор, который очень влюблен в этого ангела, девушку, но никак не может встретиться с ней. Но постоянно находится рядом. Это знаменитая семья Шиндо. Чем она знаменита? Она знаменита тем, что это люди, которые ничего не делают, просто вообще ничего не делают. И вот одна из принцесс, а их трое в семье, превратилась в обыкновенного сфинкса, потому что она ничего не делала, она лежала постоянно, и вот она стала похожа на сфинкса. Есть еще две другие сестры у этой принцессы. Одна из них Кари, вот, у нее просто голубые очки. Она смотрит все через голубые очки. А другая Мими. Мими ничего тоже не любит делать. Она просто играет с шариком. Вот этим голубым. А это семейство Торов. Она знаменита тем, что в этой семье в главе вот папа справа, жена, и слева дочь главы семейства, которая в центре. Родились два ребенка. И сначала никто не мог понять. Они были с большими головами и какие-то огромные. Но, как оказалось, это непростые дети. Эти дети – боги. В результате они стали богами. Они жили на небесах и управляли миром оттуда. Вот они. А вот дети, видите, какие большие, большими головами, огромные дети просто. А это просто горожане, просто, просто горожане, они ходят, гуляют. Девушка, молодой человек всегда в маске, потому что у него проблемы с глазами. А девушка его очень любит, и они ходят везде и гуляют вместе по этому городу. Вот такой город. Вот я вам практически все рассказал об этом городе. Город в моем городке. Вот. Очень интересно, будете на Петроградской стороне. Вот, попробуйте найти. Это можно найти, если постараться. Вот, собственно говоря, и все. Вообще много еще можно что-нибудь разговаривать, говорить. Хочу сказать, что в прошлом году их было больше фигурок. Но люди, которые приезжают в мой городок... Не все, конечно. Не все. Как бы так помягче сказать, не очень иногда адекватные. Видимо, оттуда выковыривают жители этого городка. Ну, что ж, бывает такое. Но не будем на плохой ноте. А вот такой городок есть в Санкт-Петербурге. На Петроградской стороне, городок в стене. Все, всем пока, всем привет. Будете на Петроградке. Может быть, даже его и найдете. Пока-пока.